Всем привет! Сегодня 1 мая, мы уже сходили в лес, и вот я решила еще постряпать. Но делаю что-то подобное хачапури по-аджарски. Начинка — мое собственное сочинение. Посмотрим, что получится. Так, ну вот я вытащила. Наверное, готово. Пахнет вообще обалденно. Вот, сейчас будем пробовать. Они большие. Вот моя рука. Тут одной штуки хватит на несколько человек. Так, вот готово все. Начинку я сделала сыр. Ну, правда, тут, наверное, надо мягкий сыр. Я просто сыр. Обычный твердый. Творога туда. Сметаны чуть-чуть. Маленький зубчик чеснока, но на обе. То есть чуть-чуть. Укропу накрошила. Миллиграмм майонеза. И вроде бы больше ничего. А, и сливочное масло еще. И потом в конце разбила яйцо. А, вот эти вот края, они туда, значит, начинку и закручиваешь. Вот так они делаются. Вот такая вкусная штука получилась. Всех с 1 мая. Всем пока.